Меня звать Елена, сыну звать Руслан. Приехали мы с России, в Кемеровскую область, город Киселевск. Первая наша поездка была сюда, то есть в октябре месяце прошлого года. Заболевание у моего сына, папилломатоз гортани. Узнали мы о вашей клинике, вот о центре «Голоса и сон» по интернету, то есть случайно совершенно вот попали на этот сайт, где увидели о том, что проводится благотворительная акция для детей с таким заболеванием. Отправили заявку на участие и получили положительный ответ. Вот. Сейчас уже второй раз мы приехали сюда в этом году на операцию. Опять как бы думали. Вот. В Корее первое впечатление было, конечно, так все это. С того города, откуда мы приехали, что так все ярко, все так это красиво. Как бы, ну, отличается, конечно, от того, где мы проживаем. Вот, впечатления тоже о клинике довольно-таки хорошие. Так все уютно, все так это благоустроено. Персонал, все обходительно, так вот с клиентами обращаются, то есть на высоком уровне. Ну, мы приехали, как бы, заболевание, как бы, так же, как и сохраняется, папилломатоз гортани, вот, приехали на обследование, то есть, как бы, вот, что на настоящий момент, какое состояние у ребенка, вот, врач нас посмотрел, и, как бы, вот, мы были удивлены, что результат, как бы, сказать, наилучший, наверное, чем мы вот ожидали, то есть, как бы, мы думали, что нам опять все там очень плохо-плохо, предстоит опять операция по удалению папиллом. Врач посмотрел и сказал, что, в принципе, причина там маленько другая, папиллом не обнаружена. А какая причина? Что, возможно, срощиеся голосовые связки, то есть придется их там подрезать маленько. Вот. И я так папиллом, самое главное, для нас это не страшно насчет голосовых связок, для нас страшно было насчет папиллом. Вот, насколько они там распространились вот за эти полгода. Ну, мы удивлены, что у нас за этот интервал, то есть как вот до этого мы оперировались в России, у нас за интервал в полгода уже как бы в принципе зарастало все там в гортани. А вот сейчас я вообще, я даже не могу отойти от впечатлений. То есть голосовые складки были полностью чистые, да? Да, чистые голосовые складки. После операции хотим, как бы, чтобы голос еще лучше стал, все-таки, чтобы это легче стало ему разговаривать, общаться. В школе, как бы, трудностей все-таки меньше. Это с первой парты, может быть, уйдет. Ну, хотелось бы, наверное, сходить, мы не были в зоопарке. Хотелось бы вот посмотреть. Ну, вот и вот, наверное, еще раз Руслан хотел бы сходить. И скажите, пожалуйста, ваши, ну, как бы, пожелания, что бы вы хотели бы пожелать нашим пациентам? Хочется, конечно, пожелать, чтобы пациенты, которые посещают данный центр, вот тоже как бы вот в результате с такими же вот впечатлениями, как и мы. То есть приезжали после операции, все у них было хорошо, то есть их надежды как бы сбывались, желания исполнялись, чтобы заболевания, вот эти все, какие проблемы связаны с голосом, все-таки исчезали, вот, выздоравливали, и как бы вот всего-всего самого наилучшего, что касается вот проблем, связанных с голосом.